Всем привет, дорогие друзья! С вами Джейк, и мы продолжаем проходить «Мафию 2. Приключения Джо». Следующее у нас задание. Джо, выходи быстрее из машины. Мы посмотрим, что у нас так. Оружейный барон! Я получил большую партию оружия, а у меня людей не хватает. Тони вроде бы не ошибся, поэтому я дам тебе шанс. В Риверсайде торчит партия стволов, и ее нужно быстро... оприходовать. Забирай товар и в темпе развези по местным дилерам. Справишься, получишь неплохие бабки. Получается, Тони свел меня с Эдди, Тони свел Джо с Эдди, а Джо свел Эдди со мной. Получается, вот так мы оказались в семье. Теперь вся мозаика складывается. Садись, ты дурак. Вот что мне нравится в GTA, даже если вы стоите спиной к тачке, то это все равно, он сядет. Я тут музычку отрубал опять. Звук. Я снова слушал музыку. Люблю поесть и просто музычку послушать. Как-то нравится больше. И чё? Мне кажется ли это ловушка? Чего про так, как продаете оружие в трех оружейных лавках? Подождите-ка, три, да? Чуваки, а вы тут не офигели? Сейчас еще и за нами кто-то будет ездить, и я просто помню. Что-то похожее, что должны ездить кто-то, расстреливать нас. Надеюсь, все получится даже лучше, чем в прошлый раз. В прошлый раз меня здесь бомбило сильно. Я это говорю про первый раз. И сейчас тут должны появиться. Бриолинчики эти. Дядь Петя. Так, еще два надо. Пока эти бриолинчики за нами не едут, это хорошо. Это же были бриолинчики. Я могу что-то путать просто. Едут, я увидел там вдалеке. Сейчас с охрененной скоростью. Я сейчас заверну, и, наверное, вот вы их увидите. Вот они, да. Давайте, короче, я выйду и расстреляю. А где они? Ну ладно, хорошо. Спасибо. Спасибо. Взял меня, развернул. Какой хороший водитель все-таки оказался. Я просто хотел их сейчас расстрелять, а они что-то, отказались. Че, самый дальний, что ли, поедем? Это что за крюк, кошка? Мне проще вот сюда поехать и вот так объехать. Я считаю, что да, вот сюда надо завернуть. Вот, смотрите-ка, я о чем и говорю. Но я немного вот так вот поеду, чтобы лишний раз не делать завороты. Вы тут меня понимаете все-таки. Так, заворачиваем. Да не, вообще, у меня глаза-то выкололи уже давно. С
слепой вот тут я записываю игры. Вообще не знаю, куда ехать, что делать, не вижу ни хрена. Но записываю игры. А то представьте, возможно, есть такие люди, которые могут играть слепыми. Я, конечно, сочувствую тем людям, но не желаю себе такого, чтобы быть слепым. Я, конечно, тем людям правда сочувствую, но я не пожелал бы никому такой участи быть слепым, вот честно. Ни, никому. Ну вот опять ехать чиниться. Даже врагу своему. Хотя, ну если он вообще отродье сатаны, то да. Хотя хрен знает. Может, дьявол вообще не такой уж и злой. Ну правда, посудите. Это, я сейчас не говорю по этому сериалу Люциферу, но вот честно. Как бы, если честно, вот ангел же не может убить, да, никого. Не может убить человека. Вообще. А Люцифер вообще-то как бы считается ангелом. Он падший ангел, вообще-то. Как бы я не знаю. Лично это моя теория, что он, по сути, никого и не может убить. Может помочь, конечно, но вряд ли он сможет кого-то просто убить. Все-таки ангел же. Так. А лучше тачек нету? Ну ладно, тут я не думаю, что мы слишком сильно долго будем ездить. Так. Главное бы успеть. А тут средств никакого нету. Хотя... Не, давайте не будем рисковать. Время как бы есть еще, давайте не будем рисковать, я бы вот так бы немного сиганул бы. Потому что я, во-первых, могу разбиться, могу не успеть из-за этого. Как-то... Ренделить это потом не хочется. Хочется сразу одним файлом записать. И все будет вообще nice. Ну, вот так вот. Тем временем мы доехали. Ну, несложное задание. Это именно грузовик надо отвезти, да? Ну да. Все. Ну, несложно. На серебро прошел. На... Ну да, серебро. Неплохо. А некоторые могут и на золото пройти. И чё? А, вот еще задание от Эдди. А сколько заданий Эдди дает? Помните, сколько было в прошлый раз? По-моему, 53, да? Да. Ау. Сколько называется вы? Секундочку. Да я просто немного, еще немного сделал потише себя в наушниках. Вам-то как бы это нормально будет слышно. Так, теперь главный герой. Конечно, можно взорвать фургу и поехать дальше. Ну, как я пытаюсь быть хорошим гражданином. И убивать лишний раз мудаков на дорогах. Буду добрым персонажем. Так, нету больше заданий, да? Ну ладно. Так, Эдди, что там дальше? Краденое добро. Джо, какая-то сволочь угнала наш бронированный грузовик. Месяца всем оружием. Наверняка это кто-то из своих. Только...
Этого мне еще не хватало. Верни мне мое добро и сейчас же. А сколько голов ты разнесешь по стенкам, мне просто чихать на это. Ну ладно, за это я согласен. Заодно и заплатят, я еще и мудачкам там головы расстреляю. Скажу, ну, не на того вы напали. Сначала надо водителя бы главное снести. Ладно. Не с места. Мне это как бы пофиг, чувак. Вот. Ты лучше если уйди. Мало, я чек выпишу. Ладно, а теперь брысь, пока я не передумал. Я просто боюсь, что он может взять и уехать просто. А давайте-ка я попробую вот так вот. Описание. Рост путавший. Слежи сложение. Ясно. Вот объясните, вот как вы меня здесь... Вот в этом дополнении слишком часто меня хотят арестовать. Вы заметили, да? Вот просто частенько. У нас потери, валите, урода! Вас понял. О, господи! Так. Подожди, я перезаряжусь. Будьте крайне осторожны! Разрешаю открывать огонь! Не было никого, у кого хорошей пушки? Ну ладно, садимся. Далеко ехать? Да, не. Не считая того, что это неповоротливое корыто. Нам же когда-то приходилось его угонять, помните? Вот за Джимми. Как четко я проехал и ни разу не запалили. А наверное они специально стоят, если бы я бы, например, бы еще и машину бы запалил бы номера. Так что мне еще повезло. Да, ребят, на золото прошел. Да, я просто рад отчасти. Блин, в голову маловато. Так, куда это я нажал? У меня это не стимовская версия, извиняйте. Что-то как-то не захотелось покупать. Да и зачем, по сути? Ладно, Биошок там. Что-то ремастеры. Это не стоит того. А тут обычная версия мафии. Так, о! Сюжетное задание. Сюжетное прям с заставочкой. Наконец-то мы хоть посмотрим какую-то заставку. А то как-то не всегда можем. Бляха-муха, ребят. Я, конечно, могу объехать. Что я и сделаю. Чего постоянно тут? Ребята, а чего это такое тут? Потому что это куда проще.
чем гонять оттуда. Потому что не хочу лишний раз просто бегать от них. Ну, блин, если честно, просто мое прохождение тогда займет больше времени. А я не хочу тут растягивать на все 100 серий. Конечно, можно, но... А зачем? Осмотритесь. Позовите, если что-то нужно. Пожалуйста. Ну, давайте такую, которая у него раньше была. Бля, вот ты дурак? Ну, вот честно, вот скажи мне, ты дурак? Чем могу помочь? Вон, самое начальное. Блин, конечно, мне не нравится цвет вообще в упор. Здравствуйте. Носите на здоровье, сэр. А, ладно. Я хотел у нее денежку немного поджать, а потом подумал, а зачем? Стоп, а это случайно не тот самый гараж, в котором мы когда-то привозили тачки, когда играли за джип. Так получается, по сути, что задание-то нам давал Эдди. Работник Эдди, я бы сказал, да? Ну ладно, может ты как бы это и есть угодное место. А чё я парился? Я мог тут по пути просто и проехать здесь и переодеться. Хотя я сейчас, возможно, заеду. Смотрю, может, там есть зелененькая рубашечка, потому что... Ну, с этим цветом мне вот просто не нравится ездить. Плевать тянет. Вот честно. И думаю, некоторые со мной тут согласятся. Может, и все даже. Что с таким цветом просто ему не идет. Просто плевать тянет, когда вот надевают. Да, есть, отлично. Качество стоит каждого потраченного цента. Да я знаю. Во! Вот это мне больше нравится. Слушай. Приятель, хватит, а? Боже! Пожалуйста, не убивай! А сколько я забрал с кассы, кто знает? Ладно, мне лично пофиг. Нам бы прямо поездить. Просто прямо ехать. Забудьте, что мы вообще в игре, просто кататься. Ладно, мы просто поедем на месте. Зачем нам кататься? Тут, в этом городе-то по сути и нечего делать. И столько их заданий выполняется. Отлично. О, эту миссию я помню. Супермаркет. Эдди откуда-то узнал, что в одном из этих, как там его, супермаркетов, ну, знаете, такой большой продуктовый, куда девки ходят, как в кино. Видно, девки там денег оставляют целую кучу, потому что Эдди сказал, там будет большая крупная въемка наличности, а... Он в первый раз в году узнает про такую большую. Короче, мы с Эстони едем туда и забираем бабки. Раз плюнуть, парочка теток и полка детишек. Что сложного? Ну да, заодно и выпить можно. А чё? Дьявол, осторожно! Немного подальше. Эй, уроди! Я здесь! Да ты присядь. Давайте-ка я вас последний патрон. Так. Чувак, ты знаешь, сколько эти патроны стоят? Ты знаешь, как тяжело их найти?
хотел всего лишь себе в голову запульнуть. А, мы прямо на этом супермаркете и начинаем. А я знаете, миссия-то веселая. Мне она нравится. Да, уходите быстрее. Да, он там, да, мальчик. Неплохо. Что, кто там? Еще одному крышка. Так, подлечивайся, подлечивайся. Давай. Кто следующий? Так, и что, где он? Так, а с чего он стрелял? Так, как он... А! Это я должен... Господи! Кто вообще ходит с миниганом в продуктовом? С миниганом, ты сказал? Да ладно, у вас Томпсон назывался миниган раньше? Я знаю, ребят, я знаю, я косой. Чувак, выгляни не в окошечко. А это уже не я косой. Господи! Просто не попадал. Случился, дьявол! Эй, Джо, давай, пошли! Гляди, я одного кончил! Одного, он все еще живой. Выглядывай, ну. Надо найти сейф. Наверняка он в офисе. А где он еще может быть? Пройти нельзя, говнюки. Я сейчас только Томпсон подберу. Погнали. Ну что, поганец? Где ключ от сейфа? Говори, пока еще можешь. Эй, вы в супермаркете, полиция и ФРБ. Не ходите с поднятыми руками. Черт, Джо, займи их. Почти готов. Полиция, ФРБ. Да это... Отдайте ваше оружие. Не выходите. Не выходите, да-да. Сейчас, секунду. Эй, да я так везде. Отдай нам ключи, пойдем. Тебе что, нравится грушей работать? Чего я тебе? Да это вообще просто наивно. Дьявол. Да это просто... Да легко это. А, здорово, извини, не увидел. Господи! Ладно, ладно, хватит, хватит. Ну, я пока пошли, я сюда же. Ой, смотрите, ребят, спецназ. Не знал, что и такое бывает. Черт, если ты не взял противогаз, надо сваливать. Я знаю, сейчас, секунду. Так, а это что? А чё, давайте огни души возьмем вот эту хрень и по башке. А ты умрешь или нет? Так, резко бежим. А чё так мало патронов? Давайте-ка я что-нибудь вот это.
Так, нам что, в тачку надо? Я вижу ее. Ну подожди, ты видишь? Тут столько всего горошка ждут. Ты знаешь, как обычно я люблю говорить, выгляни в окошечко, там тебе горошечко. Высунись, дай мне тебе горошка, ты надоел. Так. Так, ну, там их и двое показывают. Господи, ты умираешь. Последнего, как я вижу. Я не знал, что в те времена был спецназ. Бля, нам просто его здесь не показывали ни разу. Так, чувак, ты меня бесишь, где? Я знаю, я вообще классный, да? Чувак. Один раз и то случайно. Монстр, блин. В карманчик въезжаем и хреново получим. Так. Без колеса, ребят. Скажи Рока потом зайти ко мне. Не то, что это мнеженка или что, просто не хочу костюм портить. Не прокатило, да? Эй, глянь, какие люди. О, черт! Черт! Мать вашу! Сколько раз тебе говорить? Сколько раз? Покупай хорошие пассатижи, а не это... дерьмо! Кто это? Это Джо. Я тебе про него говорил. Как дела? Джо, мои ребята, Эдди и Бальзам, сказали, ты неплохо на нас поработал. У меня сейчас есть для тебя еще работа. Справишься? Я поговорю про тебя с этим глистом Гурина. Хороший вариант. Да, еще бы. Ладно, теперь оставь нас. Нас с этим ублюдком ждет работа. Хорошо, до встречи. Давай, пошли. Копать будешь ты. Ну все. 3000! Деньги хорошие, сказали, будут. Да. Ладно, ребят. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Все ссылки будут в описании. Всем удачи и до скорой встречи.